Сразу 5 писем от семьи Учеваткиных пришло на почту у Деда Мороза. Зимний волшебник не оставил послание без ответа. Он навестил многодетную семью в компании главы округа Владимира Ружицкого. Подарком для семьи Учеваткиных тесно в мешке Деда Мороза. Здесь подрастают сразу 5 детей, так что зимний волшебник попал на импровизированный концерт. Младшие артисты выступили с чтением стихов, а те, кто постарше, отвечали за музыкальное сопровождение. Первенец в семье Учеваткиных родился 13 лет назад, а самому младшему члену семьи исполнилось всего 2 года. Хранительница домашнего очага Ирина Учеваткина никогда не думала, что станет многодетной мамой. Но судьба преподнесла ей сюрприз. Теперь у этой большой семьи одни традиции на 7. Главное – вместе встречать Новый год. Как всегда, все запираемся за общим столом. Кто не засыпает, все встречаем Новый год. Печем торт. Пьем чай. Учеваткины соблюдают еще одну традицию. Каждый раз под Новый год они загадывают желание переехать в просторное жилье. Сейчас семья ютится в однокомнатной квартире, которая для 7 ее членов, и спальня, и рабочий кабинет, и гостиная, и детская. О собственных комнатах детям пока остается только мечтать. Больше всего, что я хотела, это рабочее место, чтобы можно было хорошо заниматься. Хотела там, чтобы было... Отдельные кровати были, чтобы там не друг на дружке были мы. Такое желание Дед Мороз едва ли осилит. Учеваткиным остается рассчитывать на другого рода волшебников. Семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий и надеется, что в этом году расстояние до заветных ключей станет заметно меньше. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.